Дорогие друзья, торжественный вечер, посвященный Дню дипломатического работника, объявляется открытым. Спасибо. Мы в очередной раз собрались в этом зале по поводу нашего профессионального праздника. Я хотел бы всех наших сотрудников, ветеранов, всех наших коллег, друзей из братских ведомств, из администрации президента, аппарата правительства, Совета безопасности Российской Федерации, других наших структур, с которыми мы повседневно взаимодействуем, от всей души поприветствовать на этом мероприятии. Наш праздник вновь отчетливо продемонстрировал постоянное внимание, которое оказывает дипломатической службе российское руководство. В поздравлении сотрудникам и ветеранам Министерства иностранных дел, которое размещено на сайте президента Российской Федерации, Владимир Владимирович Путин подчеркнул значительный вклад внешнеполитического ведомства в отстаивание национальных интересов, укрепление позиций нашей страны на мировой арене. Мы также получили поздравительное послание от председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева, председателя Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Ивановна Матвиенко, председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина, от председателей комитетов, сенаторов, депутатов, глав министерств, ведомств, руководителей российских регионов. Все они содержат добрые слова в адрес внешнеполитического ведомства и пожелания всяческих успехов. Мы понимаем меру особой, высокой ответственности, которая ложится в осложнившейся международной обстановке на отечественную дипломатию. Хотел бы особо выделить тезис, на котором сделал акцент президент. Россия ни при каких обстоятельствах, несмотря ни на какое давление, не свернется со своего независимого внешнеполитического курса, поскольку он отвечает коренным интересам нашего народа, соответствует задаче обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Уверенность в своих силах нам придает то, что Россия выступает не против каких-либо государств и их объединений, а наоборот, за утверждение в международных отношениях принципов равенства, взаимного учета интересов, коллективного урегулирования ключевых проблем при опоре на международное право и центральную роль Организации Объединенных Наций. Мы за то, чтобы все государства и народы чувствовали себя в равной мере защищенными, уверенными в том, что их право на выбор своего будущего будет уважаться. Другими словами, мы за правду и справедливость, которые только и могут быть основой формирующегося полицентричного мироустройства. Такая позиция находит поддержку большинства наших международных партнеров, что подтверждают наши многочисленные контакты, в том числе завершившийся буквально позавчера визит российского президента в Арабскую Республику Египет. Недовольство и раздражение нашей линии вызывает главным образом у тех, кто вразрез с объективной тенденцией становления многополярного мира продолжает демонстрировать одержимость идеи собственной исключительности. В очередной редакции стратегии национальной безопасности США, которая буквально на днях была обнародована, главный упор сделан на том, что Вашингтон должен руководить всеми и везде, а для несогласных припасен широкий набор репрессалий – от экономических санкций до силовых методов. Подтверждена готовность к одностороннему использованию военной силы для реализации американских интересов. При этом не принимается в расчет, что в истории было немало попыток добиться глобального доминирования, но они никогда не имели успеха.
Тем более бесперспективны они сейчас, когда сложность международной системы столь велика, что управление ей из какого-либо одного центра без опоры на согласие всех остальных партнеров просто невозможно. Нет ничего абсурднее, чем пытаться в этих условиях обвинять Россию в подрыве международных устоев. Наша страна последовательно в течение многих лет призывает к серьезному разговору о путях построения архитектуры неделимой и равной безопасности на евроатлантическом пространстве, на прочном фундаменте принципов, которые были согласованы в рамках ОБСЕ, ООН и Совета России и НАТО. В глобальном измерении мы являемся убежденными сторонниками нового издания взаимозависимости. Активно взаимодействуем в этой работе с союзниками, партнерами и единомышленниками в рамках СНГ, Евразийского экономического союза, Организации договора коллективной безопасности, БРИКС, ШОС, Группы 20, в других многосторонних форматах. Убеждены, что новый импульс объединения усилий в противодействии общим для всех вызовам должно придать празднование 70-летия победы во Второй мировой войне. Ровно 70 лет назад, если быть более точным, 11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция. Тогда государства-участники антигитлеровской коалиции смогли подняться над эгоистическими амбициями и идеологическими противоречиями и прийти к взаимному согласию в интересах установления всеобщей безопасности. Решения конференции, в которых воплотился дух международного сотрудничества и союзничества в противостоянии общей смертельной опасности, заложили основы послевоенного мироустройства, включая создание Организации Объединенных Наций. На проходившей несколько дней назад Мюнхенской конференции по вопросам безопасности мы подтвердили открытость для совместного поиска путей преодоления негативных тенденций в развитии обстановки на европейском континенте. Разумеется, на основе равенства и взаимного уважения. Здесь, и это ясно высветило Мюнхенская встреча, приходится выбирать между сползанием к информационным и экономическим войнам в расчете любыми средствами, правдой или неправдой, продавить свою позицию, и серьезной политико-дипломатической работы. Для России выбор очевиден. В этой связи хотел бы упомянуть слова известного французского и европейского деятеля Жака Атали, который недавно призвал европейцев вести диалог с Россией как с потенциальным союзником, а не как с воображаемым противником. В этом русле высказываются многие другие французские политики, а также политики в Германии, Италии, Австрии, Венгрии и многих других государствах. Россия продолжит принимать самое активное и инициативное участие в усилиях по урегулированию кризиса на Украине через скорейшее прекращение войны, отвод тяжелых вооружений, решение гуманитарных проблем, налаживание устойчивого политического диалога между Киевом и Донбассом. Ценим энергичное подключение к этой работе канцлера ФРГ и президента Франции, что способствовало результативному завершению буквально несколько часов назад встречи на высшем уровне в нормандском формате в Минске. Российской дипломатии предстоит энергично действовать на всех направлениях нашей многовекторной внешней политики, развивать продуктивное сотрудничество с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на других континентах. При этом безусловным приоритетом остается углубление евразийской интеграции. От всех нас требуется самоотверженная, творческая, филигранная работа с полной отдачей в соответствии с лучшими традициями отечественной дипломатической службы. Сегодняшняя ситуация в мире позволяет привести цитату из Федора Михайловича Достоевского. Еще в XIX веке он писал, цитирую, «можно проиграть временно, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну, но пусть зато останется нравственно здоров организм нации, и нация, несомненно, более выиграет даже и материально». От души поздравляю всех с Днем дипломатического работника, сотрудников нашего центрального аппарата, загранучреждений, наших представительств на территории субъектов Российской Федерации, конечно же, наших дорогих ветеранов. С этим праздником желаю всем вам, вашим близким, здоровья и всего самого доброго. Спасибо.